Ответа не было. Другой-то сейчас проживаю в квартире мужа.
И вот у нее там умерла мать, понимаете, может быть, и просто объективное имущество, меня хотят просто убрать со свободы, за оформление имущественных прав, без всякого аккаунта, это вам говорю. Муж идет тренироваться, а он в опасном состоянии, но аккаунт там чисто никак не имеет значения. Он просто в опасном состоянии, значит, мать, он у вас только что. Терапевтично скончал совершенно бодрый человек. Вот. Значит, было вот это отставлено, вот эти два обращения. Касательно ложных доводов, очень культурно, спокойно. Когда было отставлено обращение? Сейчас скажу. Значит, до смерти, значит, декабрь. Смотрите, ноябрь, скорее всего. Ноябрь-декабрь. Куда он обращался? В МВД. В МВД по интернет-адресу? Да. По интернет-адресу. Ну, у вас я тоже. Фамилия мужа? Значит, Белов Максим Михайлович. Ну вы смотрите, из Мацкевича на Юрьевну также. У нас разные фамилии. Мацкевич, я посмотрела ваши обращения. Нет? Вы, ну как нет? Есть ваши обращения, я их увидела. И что там ответ какой? Ну, минуточку, вы на какое обращение хотите получить ответ? Ну, вот, я сейчас скажу точно, точно помню, как они вставляли. Не проверили здесь, а может, чтобы полицию не подставлять, потому что я понимаю, что им же звонят. Понимаете, да, аноним, вот она это, какая? Вот заявление. Так, от какого оно? А ложек, да. Так, а вы там не видите ее? Нет, я да? Еще раз говорю. Посмотрите декабрь. Минуточку. Я вижу ваше обращение. Я вижу ваше обращение. Вы сдавали их в приемную. А вы уверены, что это мое обращение? Вы знаете, Анна что есть... Анна Юрьевна, вы в приемной были здесь? Конечно. Вот. Много? Вы сдавали здесь обращение? Да. Есть ваше обращение, здесь приемное. Это заявление от какой даты? Декабрьское или какое? Ну, я это же интересно вытащила, знаете, там уже нет даты, потому что у меня лежала в папке. У нас полный цвет, ну, я могу, конечно. Анна Юрьевна, вы на какое обращение хотите получить ответ? Вот на этот? Касательно ложек домов. А какого оно числа, если можете мне сказать? Значит, я не знаю точно число, за декабрь или ноябрьское. Ноябрьское есть ваше? Есть. Ноябрьское. Знаешь, только, извините, плохо. Когда человек... Его просто помогут погрызаться, ведь это вообще все забывали. У меня все бумаги хранят. Я прекрасно помню, с кем я говорила, о чем я говорила. Да я не сомневаюсь, что вы помните. Нет, просто люди меня фабрикуют очень сильно, понимаете? А, это ответ? Значит, сейчас ответ, значит, на обороте я сейчас распечатаю вот электронную комиссию. Ну, вы можете кассировать, правильно? То есть отодерживать, если что, если не понравится. Разумеется, если у нас электронная кассия, да. Конечно. Угу. То есть это наиболее грамотное обращение на самом деле, потому что я говорю на ложек домой, повторяю. Вот. Человека хотят убрать просто вчистую, а за его уровень спорта, уровень просто, понимаете? Кто имеет право мне решать, как полиция может препятствовать спортзанятиям людям, которые тренируют, во-первых, мы жили там Тайканово 20 лет. В этой технике. Это ответ на обращение, которое вы сдавали. Приемный, 13-го наведения, вот ваше ответственное к обращению. А Кузьмите здесь при чем? Это другое обращение, вы тогда даете. Я еще раз говорю, на какое обращение хотите получить? Я же вам сказала, вы смотрите. Я поэтому вас и спрашиваю. А Дима, подождите, посмотрите, для судебного действия, значит, сведения о паспортных данных граждан, которые вызывали против моего мужа наряд. Имеется в виду ли зоопарк Измайловский, при чем здесь Кузьминки? Вы мне скажите, пожалуйста, когда вы его сдавали? Вам уже точное число? Ну, хотя бы дату назовите. Если не помните, я его поищу, когда поставлю. Значит, ноябрь или декабрь? Оно куда поступало? Я вперед сказала, на ВД. Я понимаю, вы сдавали его в министерство, каким образом, в приемном? Вы в электронном виде? В электронном виде, да. В электронном виде. Вы не то мне дали ответ. Это другое. Хорошо, я сейчас посмотрю. Это касательно избиения. Хорошо, я сейчас посмотрю. Ну, вообще. Сейчас посмотрим другие ваши обращения. А я не знаю, пожалуйста. Вы можете так, значит, поступили на сайт, в ноябре вы говорите, да? Да. Сейчас посмотрим сайт о вашей обращении. Это никакого отношения не имеет к тому же разбирательству. Давайте тогда я... Нет, я возьму. Кузьминки, это там, где я проживаю. Скажите, пожалуйста, если вы взяли, если вам оно все-таки нужно, нет, тогда я имею в виду, по сегодняшнему. Да, нет проблем. Если оно вам не нужно... Нужно, мне нужно абсолютно все. Я беру тогда все. Тогда будьте добры, подождите. Я с удовольствием возьму это, с удовольствием. Ну что, это так крайне важно. Если это важно, давайте... Еще бы по делам напишите, это как это локти двери. Обращение, значит, смотрим вашу фамилию. 18-й год. 18-й.
Я думаю, все-таки ноябрь. Как еще начало декабря? Сейчас вас зовут, ты поешь? Я тороплюсь, поскольку там еще есть... Понятно, а можно вас как-то делали? Вы вообще не имеете права сказать, о чем идет речь. Вот с кем можно поговорить, с квартирным работником, который в состоянии выкажет можно ситуацию? Можно только я буду вас слушать, и я вас слушаю. А можно говорить? Я вас слушаю, да. Я говорю. Вы, так, Анна Юрьевна, смотрите, значит, ноябрь что от вас поступало? Поступало обращение в школу, поступало обращение в электронную...